снова в центральном парке. Ты мне веселых дум, старенький Питер Паркер. Дома забыл костюм, сердце его устало требовать перемен. Вот он какой оказалось бы Спайдермен. Тьма нависает гротом, всюду крадется тать. Бэтмен покинул Готэм, чтоб наконец поспать. Крылья его обмякли и проржавел металл. Вот он какой, оказалось бы, так летал. С чего ты взял, что можешь всех спасти? С чего ты взял, что целый мир в твоей горсти? Что на твоем концерте будет полный зал? С чего ты взял? Вновь под любым предлогом, свой отложив паркур, пустит бессмертный Логан когти под маникюр. Но разгляди сквозь полночь мерно текущий стикс. Вот он какой, оказалось бы, Люди Икс. С чего ты взял, что можешь всех спасти? С чего ты взял, что целый мир в твоей горсти? Что на твоем концерте будет полный зал? С чего ты взял? С чего ты что взял? Можешь всех спасти? С чего ты взял, что целый мир в твоей горсти? Что на твоем концерте будет полный зал? С чего ты взял? В горьком плену бессилия, мифов и пантомим, мы подрезаем крылья даже себе самим, чтобы понять однажды в самом конце пути, здесь кроме нас некому нас спасти. С чего ты взял? С чего ты взял? Спасибо, друзья. Знаете, когда только вот наша комьюнити Леобардовская появилась вот, в сообществе авторской песни, там нас как только и называют, ну, чуть ли не панками от бардов и так далее. Неопанки, да. Но, дорогие друзья, это не предел. На самом деле, вашему вниманию, нео-нео-бард. Это сказал Илон Маск авторской песни. Калямба! Калямба!